Задача это, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, построить треугольник по медиане, биссектрисе и высоте из одной высоты. А, из одной, да? Да. Это биссектриса, ну, H, знаем, что, там между ними. Медиана между биссектрисой и высотой, да? Или биссектриса, это треугольник. Да, в школе я помню. Ну, пусть подумай, это построить треугольник. Вот, именно из одной вершины. Прикольно. Построить треугольник по трем медианам. Это, наверное, конечно, знают многие, но тот, кто ее не знает, как решать, то это будет интересно. Даны три медианы. Если мы вот его нарисуем, то это будет выглядеть вот так. Покажите. Да. Криво нарисовал, но ничего. Пусть будет вот так. И даны вот эти три длины. Раз, два, три. В виде отрезка. Ну да. Раз, да. Два. Построить любой. М. Например, А к медиане к стороне. А к стороне, Б к стороне, С. И восстановить треугольник. Если я просто нарисовал, а так вот сотрем, даны только медианы, надо построить, восстановить сам исходный треугольник. Еще одна задача.